Вопрос, а почему у Аспера, ну, когда магу, то что же? Потому что он второй по фарвору был. Я понял. Маликет забирает. Ладно, буду забирать чешку с РС-ки. Сколько ДС стоит вода? 1300, по-моему. Воды, не голды, а да. 3400, по-моему. Нет, ты в Хелена. 3450 сказали уже. Ебать, как меня эти стаки заебали в хостовом варе, это пиздосно. 3 удара, 9 стаков. Сколько у тебя стонул? Ну если, блять, под прожимками всеми. Блядь. Не, без прожимок. Плюс хостпотно. Ну сейчас у меня только 196 хостов. У меня ни одной шмотки на хосту нет. 196 уже нормально. Чувак, поставь руку, пожалуйста. Смотрите. Иди в пизду. Мосса в рейд. Императоров, Велема. За сколько за Синдрудию? 400 ЕП? Угу. А за Вальку? 300. 200, пацаны. 2600. Нормальные песни играют. Где рыба? Ага, увидел. Кто тут тактики не знает? Я не знаю. Сразу плюсуйте, кто не знает. Мы вас заменим. Щитблок, смотри, следующий. Три фазы у Лича. Первая фаза, нахуй. Кидается чума. Это главное, что тебе надо знать. На диспеле у нас посидит, ой, назад, либо бычий голову. Кто из вас подиспелит, нахуй? Плюсанули. Шарпистол подиспелит. Шарпистол за каждый не диспел, нахуй, вовремя, нахуй, 100 ГП. Поняли. Дальше. Дальше. Значит, ты не диспелишь, просто хилишь на первой фазе, стоишь со всем рейдом. Нахуй. Если на тебя кидается чума, ты бежишь к офф-танку. Бля, метки не могу поставить. Вай, ты можешь поставить метки? Да, резолвно, если поставить. Дай мне ассиста, я поставлю. Если на тебя кидается чумаки, бежишь к трэшу на офф-танке, который будет. Вот портал локовский стоит. Если на тебя кидается чума, тебя здиспеливают, ты возвращаешься обратно к рейду. Это первая фаза, все, что тебе надо знать. После первой фазы, когда мы переводим его 70% лечу, все убегаем на край. Тут хиляем, стоим, перед, выходит два моба. Один моб. Точнее, на этой переходке будет три моба. Каждый моб имеет каст. Кстати, буду стараться сбить каст, посмотрим. Вот, каждый моб имеет каст. Перед его ебальником не ставить, потому что вешается сало и наносится большой дамаг. Какая лужа. Осквернение это на второй уже фазе появляется и третьей фазе. Это первая фаза. Потом, когда начинается уже переходка, я скажу, когда все забегаем на платформу. Стоим за спиной лича всегда на второй фазе. Есть вальки. Три вальки, которые пролетают, тебе это знать не надо. И осквернение. Осквернение, которое кидается на рейд, тебе надо выбегать от рейда за 5 секунд. Это будет анонситься, когда тебе надо убегать от рейда подальше. Вправо-влево, то есть на портал, либо на лестницу. По возможности, либо уже, если не будет места, тогда уже можешь вправо-лево, если смотреть отсюда под колонны.
колонны на второй фазе пропадут. Третья фаза, перед третьей фазой такая же будет переход, как и, на, как и на, после первой фазы. Тоже забегаемся на край, там будет уже только два духа. Этих два духа мы тоже забиваем, тоже перед ебалом и не стоим. Дальше, третья фаза, забегаем все на платформу, будем стоять за спиной лича там. Будет появляться дух и кидать в комнату. И в комнату, нахуй. Его надо, во-первых, захиливать, чтобы он был с фуловым хп перед тем, как попадет в комнату. И без этого, блядь, как его, сука, забыл. Короче, меньше с тем. С дебафом, короче, не был. Вот. Дальше, если ты попадешь, не дай бог, в комнату, тебе надо захилить союз... Там будет два моба. Один противник, нахуй, и один союзный. Союзного моба ты захиливаешь, второму ты сбиваешь касс станом, нахуй, либо... А ты у нас кто по расе, нахуй? Орк, хуёво. Станами... и зданием вроде можно сбивать касс, насколько я знаю, паладином. Или станами тоже. Гнев небес, стан. Гнев небес, станы, короче, сбиваешь касс противному мобу. Короче, суть поймешь. Главное, выноси осквернение. Прохиливая рейд танка. Пробежались по стандарту. Хуёвую тактику рассказал, все нормально. Ой, обычно. Вибер, раздава, капан. Ой, назад. Сколько мобов агли? Два моба. Один большой, один маленький. Когда уже появляется второй большой, двух больших. Главное, чтобы возле тебя было два моба, нахуй. Больших всех забираешь. Понял. На себя. И не забудь на третьей фазе на последней лопать духов. Утя. Куда вы назад вахнулся? Турбо, сними себе. Там тут. Я тебе прикидон ищу какой-нибудь, снимай. Виби. Ладно, не факт. Запускаю босс. Дайте мне прикидон. Неужели прикидон? Дадим тебе пизды. Спасибо, Войт, откажусь. Но мастер, попробуй, иди спорить не буду. Говоришь, как? Не будет диспелить за каждый диспел по 100 ЕП, ну. О, за каждый диспел по 100 ЕП. Хорошо. Сука, не кидайте на меня это говно. ДНМ, мне сделай скелет. Уже не могу. Сделайте мне скелет. Блять, а миньет вам не сделать? А давай. Делай. Хуюшки. Первая половина пидорасы, вторая половина трансы. Тоже пидорасы. Без хуя. А ты в какую половину попадаешь? Ту, которая ГП лутает. Гера. Ой, блядь, босса не забирай. Вот большой вылез, шаркерищи, который называется. Забирай шаркерищ. Харпистул убежал. Кто диспелит на? Блядь, я скучаю. Никто к диспелу нахуй не берется вместе, кроме... Черпестула. А вот хуярит рассекающими, хуярит. Чулан, БР по турбо. Уже дал, хорош. Пан убежал. Чисто все проебывает, сейчас следующий черкарь будет. Пал не убежал. Как обычно. Забирай второй. Второй моб. Хорош. Щитблок, выбеги налево, щитблок налево. Че потом? Хорош. Диспел. Спиной будешь пятиться назад, к рейду не веди мобов. Будешь стоять далеко от рейда, потом стоять здесь полить. Чему? Пока мобы не убьют, не умрут. Все забежали на платформу. Дальше на платформу зашли. Уходи назад на платформу.
Тами, стой. Агро. Ханты сфера. Сука, не успел. Следующий маб будет. Блять, у тебя нахуй. Нахуй ты с чумой, время. Спалим чуму. Диспелим, диспелим. Ты что там дрочишь? Сало. Сбил нахуй. Моса БР по ути. Потом на платформу казани. Готовим сейчас платформу. Зашли внутрь. Сферу добили. Все за спиной, босс. Ой, блядь, чё вы там все, сука, стоите на? Осквернение 5 секунд. Утя на утя. Пошли все от него. Стан по кружку. Проебали нахуй. Стойте там дальше, блядь. Разбежались со скринения. Сразу после скринения сбегаемся к боссу. Боссу. Ути схватили. По кружку стан. Потеряно там. Прохилите заражение. Осквернение. Нету, да. Осквернение. Осквернение. Да. Войт. Сука, отошли подальше, подальше отошли. Ёбаный в рот, все. Войт, бля. А то, что у вас хил вальки улетает, а вы пиздите лича, вам вообще похуй, да, я смотрю, до пизды. Так, бычья голова, нахуй. Какого хуя ты стоял на краю? Какого вы хуя все стояли на краю после переходки? Я вам чё, бля, сказал, зайти за спину босса, нахуй. Чё, сука, первый раз тут сина? Утя, после того, как ты с чумой стоишь, умирают все твои мобы, ты не бежишь в рейд. Ты ждёшь, пока я тебя продеспелю. Хорошо, понял. И вообще желательно... Твоя задача на третьей фазе, Утя, созревать мобов, которые будут появляться, духи там такие в небе. Они не таунтятся, насколько я помню, уже. Они ж не таунтятся с собой, да? Нет. Тебе надо будет подальше немножко от лича, немного ближе к рейду, блядь. Ловить этих духов. Танком, нахуй. Просто еще раз увижу кого-то на краях, нахуй. Кого будет утаскивать с краю, блядь. Тем более после переходки. Пеняйте на себя 500 гп, нахуй. Просто подбежать к этим духам, и они взорвут обо мне. Тебе надо идти следить за их траекторией, нахуй. Смотри, Утя. Чем ближе ты... они к рейду, тем ближе они приземляются. Они сейчас все приближаются в воздухе, нахуй. Мастер. В звезде видишь стоит Тирион? Утя. Ну? Вот представь, что это лич. Вот его будет тащить Алиса вот здесь. Сзади с черепа будут лететь духи. Ты будешь так стоять вот здесь вот и прыгать, ловить духов. Понял? Вот так вот. Они, то есть, к лечу полетят? К рейду. На рейд полетят. А весь рейд будет стоять около лича. Поэтому 24 человека, нихуя бафать, блядь, не буду, пока все не будут пан здесь. На? Пан тут. Запускаю босса по пану фулл ребаф.
Блять, хаспот пропил, ёбаный в рот. Говоришь, Войт мне тоже начинает пересекающим играть. Ух ты. Где в Армсе-то? Хуй Армсе, блядь, я Фурикина. Фурики? Я еще не сделал Армс. Мне надо соки-то перебивать с тем. А, ты же Фурики. Ну да, играй. Там вот когда 4 куска будет, будет профитно. Ну так, это да, блядь. У меня тринка говно на. Дайте с пула сальву по турбо. Алиса, с пула агро набирай, нахрен нормально. Ну потому что он сейчас лег, тот рай. Лучше дать сальву, потому что она все равно никогда не кидается. Гера. Большого забери. Мастер. Давай ГП. Блядь, не здесь. Давай ГП. Я даже ГП. Чара ты, блядь, ебаная. Блядь, давайте лича убьем, вы заебали хуйней маяться, честно, блядь. Готовимся, чуманы. Аспер убежал. Диспелна. Назад вернул. Мастер случайно вместо диспелла нажал на точку. Сорян. Заебись. Прохил у тебя. У тебя чума почему-то. Готовимся, чума сейчас будет. Пан. Диспел. Переходка сейчас будет. На платформу все. Огромное. Это была аутю прохил. Там нет чумы. Чуму нет наш ПКД. Есть, все вижу. Все, беги. Бежишь и стоишь перед Алисой, перед ебалом, блядь. Мабар, блядь. Агриш. Сагрис с нее мабар. Она заберет следующую. Потом Утина, перед переходкой, нахуй. Когда все будете убегать, с Алиса заберешь моба, подведешь его к личу, но только не ебалом к рейду веди его. Забирай моба нахуй. Пошли, повели, пошли, перешли. Все, под босса веди. Заливайте моба. Чулан, давай, бэр. Ты прохил меня. В Алекс играли. Хант, разливай трапы под боссом по КД перед вальками на. 8 секунд заражения. Заражение? Хуяжение, разошлись. Скорее. Гарема. Ушли оттуда. Быстрее вышли оттуда. Гарема завис. Он лагает. Ну, вроде живем. Или нет? Да нет. Ну если его хилить, лужа еще вырастет. Все, вайп. Ёбаные влагоботы, блядь. Давай ГП всем, кто стоит в кругу, нахуй, во время оскорбления. Просто, блядь, тупо, нахуй, начисляй по 500, блядь. Да, он завис, нахуй, там все вышли от службы.
Остальные рядом с ним трупы, ты видишь людей? Ребята, завис. У меня все вообще зависло. Да, все хорошо, мы поняли. А что ну, когда получаешь, нахуй? Из-за того, что я завис? Да. Не давай ему ничего, чего смеешься. Это сервак завис, или у тебя инет? Ничего, музыка ВКонтакте продолжала играть, а у меня все, игра зависла. И Дискорд понял, не, ничего вас не слышал. Я же не специально там CNET вырубил, чтобы вас там... Тебя вообще никто не говорит, я про остальных говорю. Хули я там остальные торчали, блядь. Чувак, можно попросить, пожалуйста, отведи микрофон от рта подальше немножко. Если он отведет, то не будет его слышно. А, ну ладно. Ты сделай его потише в Дискорде и все. Я знаю, блядь, Шрапистул меня специально проебал, нахуй. Нет, можешь чат посмотреть. Там есть этот макрос мой, потому что я нажал на тучку. Я случайно. У меня просто на Г стоит тучка, а на H стоит этот диспел болезни. Фортрик, ты меня слышишь? Ледяную ловушку кидай нахуй перед вальками под боссом. Жрём рыбу. Фортрик 4К ДПС. Спирт мастер Фортрик. Чё он сейчас делает? Я вообще не знаю. Вагонница нахуй чё делает. Пока хотя бы при найме он не тупит, как большинство, блядь. Ну да. Он на профи красиво сделал. От красного отпрыгнул в последний момент. Чумак первый пати. Рыбнул? На тебя кинул кого-нибудь. Ты б купил какую-то хуйню за ОБ себе тринику. Или чё, это топовая скритова? Геркули миски, мне кажется, посильнее. Нет, ханту нельзя, бля, геркули миски. Мохуй со шмот. Хоста там бесполезная хуйня. А зеркальце как раз таки нормально. Мага нету, давайте без него, бля. Хотя в этом шмоте он должен давать минимум десятку на сурке, блядь, минимум. На какой десятку? У него еще и пояс кожаный, все заебись. Пиздос, блядь. Так, Арчонапу. Сквиртик, ты где, блядь? Нету его, все, блядь, ждать не будем. Все тут запускай, босс. С этого трая будет, блядь, ГП беспощадные, да. Никакие, блядь, вас вылететь не спасут, ни хуя. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы... Гера. Чтобы величайший служитель света пропустил.
если, блядь, снимать Т5 нахуй, короче, то пропадает кровотечение из панели. Нормально. Кровопускание. Готовимся, чумали. Гарема. Блядь, Шакар появился. Ты на кого билку повесил? Танк. Молодец. Фортрик, Фортрик. Диспельте, диспельте. А ты какого хуя не диспельте? Ну посмотри, я в сети или нет? У меня сервер кикнул. В сети. У меня кикнул сервер. По диспельте там, ой, назад, ничего зло. Утя умер, нахуй, ложимся. Так потому что не ложитесь, блядь. Чума по рейду пошла. Ну и хули, ставь гневного к шаркающим, бейте, нахуй. Сферу убивайте. Совет, так, чушарка еще, нормально все? Иди забирай, Алиса. Че стоишь там, блядь? Сука, нахуй вы падаете, когда можно убить? Сферы РДД, доливайте. Пизда, ебаный в рот, нахуй. Еще раз говорю, нельзя убить. Да все там можно было когда убить. Когда сферы нахуй. Даже просто в рейд нахуй идут. Да пиздец, нахуй. Кроме шарпистола, вообще хоть кто-нибудь в этом рейде может диспелить? Да хули вы, блядь, сюсюкаетесь нахуй? Пизда рейду, вы на приколе что ли? Пускай, ой, ну зад диспелит нахуй. Не диспелит ГП нахуй, пытаю. Пускай... Аликет, подиспель ты, плиз, в ретрике, ёбаный в рот, это пиздец какой-то. Да какой ретрик, блядь, вы что, угораете? Пускай хилы диспелит. Какие ШП, какие... Ну зад, подиспель ты? Не подиспелить. А дальше падать вой, да? Пусть хилы диспелят, да? А мы дальше будем дохнуть, да, блять. Как дохнут? Я не видел, чтобы они диспелили. Не так надо говорить. С чума была минус 2. Не подиспель, а ой, ну зад, ты диспелишь. Плюс в рейд. Ты тут, ой, ну зад. Вот и все, нахуй. Подучить, идите, блять, в десятку, честно. Шарпистук полетел. Я пришел, если что. Я... Царю. Не вызывайся никогда диспелить ШП, нахуй. Сиди себе спокойно, блядь. Диспелить — это задача ДЦ, нахуй. Или хули креста здесь. Не умеешь, что-то нахуй. Нужно, не нужно. Не умеешь, нахуй, 500 кп, блядь. Как так не умеешь диспелить? Ты чё, блядь? Настраивай нахуй. Излечение болезни, синяя рожа такая. Что нормально? Что, ШП диспелит, что ли? Нормально будет, когда вы будете диспелить, и похуй кто диспелит, нахуй. Главное, чтобы нормально было. Да, нормально, лаги. Это комп слабенький. Да это еще от Вовки, это зависит. Да не, я первый раз вижу такие вайпы тут. На первой фазе, блядь. Еще лужу не знаете, что, как она работает, как отбегать от нее. Челик, на котором лужа, на него и череп кидается, или чего и в таргет выбирает. Еще у него пишется в черной табличке белыми буквами «Осквернение на мне». Это надо увидеть и отбежать от него в другую сторону. Ну, если реакция 2 секунды, то это вайп по КД будет просто, вот и все.
А если полсекунды реакция есть, то можно... Так, чё там, долго тебе лечить? Так он уже давно пришёл. Меня идеалы убили, я вон жду, вот только пришел рез. Да, там маленький пистолет. Блять, тут без ДБМа можно выбежать. Я говорю, запомни цель лича, нажимаешь и смотришь, кого он выбирает в цель. Да хоть с ДБМ, хоть без ДБМ. Ну ладно, самонят, скаф поставили. Малики, ты где? Алиса, а ты чё ждёшь, вот лич к тебе бежит, ты что, ЛПшку в него не кидаешь? Я не достаю, пока он на таком расстоянии. Так тык на сумон. Ближе, когда он подходит, что-то тык кидаешь. Тык он на вибина. Когда ближе он подходит, я уже кидаю. Так, но ранжа... ты ударил раньше, чем я достал. Там 20 метров вроде ранжа. ЛПшки. Сейчас он сумонил. Маликет. Ой, блядь. Я пока не могу использовать эту способность. Блядь, сошел как раз. Давай его сумонить. Это мы уебану вроде кидал, да? Трубу можешь на МКшечку на меня, пожалуйста? Нет, могу не кидал. Как угу. Ты сразу понял, что я про него сказал? Пизданы. Ой, бля. Хорош. Что ты делаешь? Похуй, так заслужили, блядь. Лича убьёте, нахуй не убьёте ваши проблемы. Царю двойное, хорош. Ты царю двойное, в коту. А ему сейчас нахуй минусану тройное, блядь. Нет, маликет диспелит. Какое нахуй ему двойное этот... дал, если я ему минусану 2900 на? Написано, нет, вон, выше плюс. Посмотри. Плюс 900 отменить. Ты отменил его минус. А потом еще дал всему рейду 2900. Ну так правильно, он сначала отменил, потом набавил, и потом за весь рейд добавил. Мастер рассказывает, до того, как он ушел, только ты ему дал 2900, потом минусанул 2900, потом вся. Опять сейчас дал ему 2900 и всему рейду. Вот так вот и теряют друзей. Смотри, как сдался по личным. Я за справедливость. Блять, пуляй, я за тебя давай. Буду голосовать. Пуляйте. Ну да, сейчас подойду с пулей. Ну давай, еби. Пошла пулять лича. Я тоже пойду. О! Запускаю босс. А вы видели, тут возле сундука, возле трона сундук стоит. Смотрите, ничего себе, я первый раз вижу такое. Смотрите, а там просто его яйца, что ты делаешь? Просто... Что встанет и тебе лицо размажет. Образ вышел, вы ДПС потеряли, не идите за ним. Смотрите, прям за спинкой стоит сундук. Нихуя себе, блядь. Там вообще-то Джайна сидит, ждет. Да. Там в сундуке Джайна лежит. Клоун, блядь. Это этот, Лук. Бля, реально стоит, идите. Сука, 33 минуты его бьем, пиздец. Вау. А чё вы на чём вы вайпались? Мы наличие. Спустим. Блядь, прикинь, нахуй, инеты вылетают, блядь, у людей. Один уебан не умеет диспелить. Диспелик, блядь. Герана.
Шаркаря, блядь. Электрошам. Сука, всех мобов АОЕ заливаете. Накручку должен добавить. Моба еще забери, одного маленького. Скоро черги есть, тут что? Фан. Ути чума. Ути умер. Заберите. Ай, блять, пизду. Ути в Дедана. Подожди, почему меня в центр закинул? Потому что я умер, нахуй, тебя в центр закинул. А как я умер, блядь? Давай-ка посмотрим. Долго учиться будем. Потому что гладиолус. Да понятно. Утя в Дедана. 21 тысяча. Тебе Шаркар ебанул. Потому что надо, сука, давать станы, блядь, в ебаные иступления, нахуй. И хилам нельзя проебывать, нахуй, протовара, блядь. Предлагаю спека еще одного хила, просто да и все. Какого нахуй хила? Я в танка спекаюсь, блядь, никаких он. Сейчас тебя будут ронять. Похуй, хуять, кто там. Нахуй. Вот я, нахуй. Никто меня ронять не будет, блядь. Кто уронит мастера, 500 гп, блядь. Потом их, блядь, жизнь уронена. Сейчас будет Алис уронять, а не мастера. Потом скажи, я с планеты вас уронил, на. Паути, нахуй. Я ФДК нахуй себя абсорблю, пока ты мне по. Ну-ка посмотрим. Воу, у всех снег пошел. С утра был. 6 по ХПСу. С абсорбом. Видали? Блок, я тебе что говорил, у тебя главная задача держать, сука, танка, блядь, танков, сука, танков, блядь. Ёбаный урод, я кидаю частицу на ДК и хиляю у этого утю-ютю, блядь. У тебя есть доспех? Нет, прото. Ну, в итоге... Ничего не, блядь, не меняем, нахуй я в прото, блядь, спекаю. Утя в Дедана. Флори бафа раздали нам. Сейчас пойдет двойной ЕГП. Еще один вайп, нахуй тройной ЕГП, блядь. Да по-моему не было ГП еще никакого. Не было, ну будет. Мы, блядь, пока что не за что давать ГП, нахуй даже первую фазу, сука, не проходим. Снежок. Порхает, кружится, на улице бело. Превратились в лужицы в холодное стекло. Перед ушами есть, да. Мужик изрезан лыжами, как мел скрипучий сух, и ловит кучу. Да, мы сейчас лыжи, нахуй двух топ-депрессеров поменяем нахуй на хуйню, да, блядь? Двух топ-депрессеров. Малик это и меня, на. Ну давай, спек ему хила. Я тоже хила могу. Это, электрошам. Нет, электрошам. ДД нахуй, Малик это хила. Ух, как меня это, сука, бесит. Зачем электрошаму? Чё, без шамана хилить? Ну, цепухи... Да, без шамана хилить будете, ну. Так цепухи-то не лишние будут. Лишние будут. У нас 2, блядь, масхилана. Этого хватит, блядь. Запустил босс. Неужели?
МП5 кто бафает? Щитблок должен бафать МП5. Ты лут на себя поставь. МП5 нахуй всем разбафает щитблок. Какого хера на? Почему ой, никто не сказал, что, блядь, что он... Гарем, обменяй в аддоне эти, блядь, баф. Через shift ставь. Ну, типа, логина с этим полипауэром. Бесполезный я там. Вообще полезно. Я слышал, что еще ШП, которые диспейлят, тоже полезны. Не, которые не диспейлят, хотел сказать. Да, точно, точно, да, вот я не диспейлю просто. Навешиваем вам стак. Расколы. Что, Геру? Гера, по. А у нас куда демон беса не выжил. Путаница налево. У вас демон есть вообще? Хильтесь, хильтесь. Путаница налево. Диспел ее, диспел, диспел. Сука, диспельте ебаную чуму, блять! Че, мелкий вырвался там? Лока, поднимите путаницу, можете не поднимать. Ебать, я проебался нахуй. Диспел. Вайда поднимет его. А чё турбо? Она тоже огненная. Моса, поднимаешь турбо. Чулан, поднимаешь вайд. Скажи мне, пожалуйста, стаунтил моба, чтоб тебя сорвали агро? Его убили до того, нахуй, блять, как я, блядь, его с пулю сагрил, блядь. Ладно, блядь, танк, долбанный рот. Еще раз говорю, чулан, вайда, турбо, мосса. Забахните. Оскорение 7 секунд. Вышли. Император Шан. В кружке у нас кто был? За спину лечу. Дайте кулак. Кулак. Кто дает? Разбежались со спиной. По трусам станем. Вливаемся в трусы.
осквернение. Разбежались. За спину все быстро. Лича лицом к осквернению. Меня схватили. Центрино. Заливаем быстрее. Осквернение разбежались. Разбежались. Чулан. За спину лечу. Думаю, этот не танчит. Осквернение, разбежались. Разбежались. Осквернение. Осквернение. Ману по турбо. Моса. Вальки сейчас хватает, ведем на край, босс. После валик. Повели на край. Вальки забили, переводим босса на. Босса бьемся. Там ЧВ на переход. Гимн дам. Искоренения не будет. Дал ЧВ. Дал гимн. На ману дал гимн. Сейчас никуда не бежим, ждем, пока подведут луча к краю. Не сбил. Феры бейте. Сейчас все стоим на краю, когда зайдем на платформу. Заходим на платформу, стоим тут, блядь, никто никуда не бежит, мы ждем тут, блядь. Не на этой платформе, а на следующей, на переход. Заходим внутрь. Сферы убили. Никто не бежит в центр. Ждем лишь что-то. Сейчас комнату заберет человек. Рогу прохило. Сейчас ты разбиваешь, моба убьешь. Перешли на другую сторону. По краю переходим, потому что, возможно, будет исполнение ранее. Да не будет. Че, 10 секунд? Нет, через секунды 4-5. Разбежались. Ушли из центра. Все за спину босса. Разбежались. Фортрик. Фортрик. Ушли от духов, нахуй. Что вы тут делаете, блядь? Ушли от духов, блядь. Сука, конченые, блядь. Говорим, разбежались, оскорбление. 30% еще, блядь, я хуй его знаю. Оскорбление сейчас будет. Бычий голова, да. Быстрее все за спину лечу. Ушли быстрее, на. Готовимся жатву прохиливать. Сука, не добил. 2к не добил. Прожимки давайте. Прожимки по Алисе. Да я закрыл в тушке. Турбо прохил. Турбо прохил. Алис прохил. Сука! После духа воскорнения.
Ладно, потом меня задам убило, вопросик. Он не кастует под Берсой, по-моему. Бляр кого-нибудь, блядь! Венар, Берники. Бэр, да. Нету Бэров. Какого вы хуя не прохилили как Трубойса? Духи хилятся. Ну, в этом, в портале. Какого они хилятся? Отдал ШВ, не трогайте. Бейте. Хильте Вайда. Духи прибежали на. У кого бабл еще есть? Таунтите, следующий. Бабл таунт. Осквернение нахуй. Ёбаный в рот, ой, назад. Чё-то не работает. Повезло, пиздец, нам. Заберите с меня, что вы делаете? Ну что, таунтов нет на панели? Пизда. Бейте лича. Ой, все, пиздец. Ох, сука. Чё у тебя микстурка была проблема? Ну, хилится этот дух ебучий. Хоть сбивай косты, хоть нет, блядь. 2к осталось хп. Ну там ДПС нужен хороший. Ну, блядь, максимум давал, чем надо. Череда у тебя есть? Нет, я в мультик. Так Виби должен был дать, да? Вещь такой, ну вас нахуй в небо. У меня один вопрос. Когда лич кастует, блядь, ебаных духов, какого вы хуя еще под духами, блядь, а лич с другой стороны, нахуй? Потому что если в комнате кто-то сдох, у него двойной урон затяжки в комнату. Когда он тянул турбо, по нему летело 1030 в секунду. Это нереально захилить. Просто я нереально. Не про то, я тебя спрашиваю про духов, нахуй, которые под боссом, блядь, появляются. И все там, блядь, стоят какого-то хера. Да, тут все очень просто. Они дурачки, вот и все. Простой ответ на простой вопрос. Да я там, сука, шаркаря проебал. У нас шестой трай продолжает. Люди дохнуть от не диспела чумы. Мастер, где ГП, блять? Не диспела чумы. Кто у нас диспелил чуму, ну? Ой, назад. Пока 200. Следующий, нахуй, блядь, 600. Ой, 300. 400. Ну, пишет. Так вы физмат. Давай меняйте его, чтобы не он диспелил. Пусть бычья голову диспелит. Маленький хилит, пусть он диспелит. Все, маленький диспелит. Блядь, знаешь, чулан, мне иногда кажется, что люди, которые диспелят, это какие-то боги, блядь. Блять, вот я во всех классах, которых могу, я могу диспелить, мне насрать, хоть я танк, хоть хил, хоть дд, мне похуй. Я в последнюю секунду диспелю с человека, чтобы он не сдох. Даже если кто-то назначен, чтобы человек тупо не сдох, и все. Тупую. Даже если я не должен диспелить, а сука сдиспелю эту хуйню, чтобы он не сдох. Это как хилить в сове комнату, да, когда два хила легли. Того. Это как за ретрикой подхиливать флешкой танка, чтобы он не сдох. БРС 25 герой. Так как сейчас на синдре было, то же самое. Флешка хила, блядь. Я под стаками хилил танков, хилов себя, чтобы добить синдру. То же самое. Ретрик должен только, блядь, хилить, нахуй. Ой, только ДПС он смотри, вспышка света одна на припале, нахуй. Кого он похилил, нахуй? Даже не показывает, кого она. Ну все, ретрики. Хилим. Бля, он даже с тебя, сука, священный щит кидает. Ебануться. Да. Даже Войт нахуй догнал, подпало почти нахуй по хилу, блядь. Рема, нахуй. Божественная буря один раз, 51 раз отхилил. Да. Кто у нас офнулся? Фулл ребафы раздали. Маликет на подстраховке, ой, назад дальше диспелит. Я говорю, следующий, нахуй, вот твой такой, блядь, пинг 400, нахуй, 400 гп, блядь, потом 800, потом, блядь...